Успей поставить лайк за 3 секунды, если любишь смотреть видосики на Ютубе. Считаю. Раз, два, три. Все-таки зомби-апокалипсис начался. Хорошо то, что у меня имеется вот такой крутой арбалет. И воу, ничего себе, перед нами, ребятоньки, стоят два выживших. Давайте, конечно же, их возьмем в компанию, чтобы они нас защищали. И в итоге начнем, конечно же, фигачить наших зомби. Вот смотрите, ребятоньки, справились с этими чувачками, и ничего себе, на нас сразу же еще огромнейшая толпа, ребятоньки, начинает уже нападать. Только единственное, мы пока что как-то слабенько от них отбиваемся, поэтому давайте мы, наверное, займем вот такую хорошую позицию, и ничего себе, на нас только что бежал зомби-толстяк, остается нам, конечно же, добить еще трех вот этих зомби, ну и теперь, естественно, убегать отсюда. Ну что же, ребятки, я приветствую абсолютно всех и каждого в игрушке под названием United Zombie States. И что же, мы сейчас вместе с вами прибежали на базу, у нас тут имеется вот такая прикольная машинка первого уровня, ну и еще различные вот такие штучки. Пока что игрушечка мне показывает взять вот эти ресурсы. И видим то, что с них мы добываем, ребятки, вот такие кирпичики. А с помощью кирпичиков мы можем отстраивать вот такие различные штучки. И теперь мы видим то, что тут у нас появились ганс, то есть оружие. По сути, здесь мы сможем прокачивать оружие. Давайте тогда сейчас мы прокачаем дамаг нашему арбалету, ну и, конечно же, побежим дальше искать наших выживших. Так, я вижу то, что тут у нас имеется один выживший здесь. Давайте тогда сейчас мы вместе с ним обязательно залутаем ресурсы. Ну и вижу то, что тут у нас еще один паренек остался. Вот так теперь, ребятоньки, у нас имеется аж целых 3 человечка, которые мне очень даже сильно помогают добывать ресурсы. Вот мы вместе с вами нашли даже какие-то болты, только единственное, я не знаю, что они нам добавляют. Но в дальнейшем мы обязательно этот ресурс будем как-нибудь использовать. И воу, ничего себе, вы это видели? Какие быстрые зомби сейчас, ребятоньки, на нас нападают. Но хорошо то, что у нас уже не 2 выживших, а целых 3, и благодаря ним мы спокойненько отобьемся от этих зомби. Давайте я тогда сейчас залутаю еще последние ресурсы, это вот такие консервные баночки, ну и бежим по стрелочке, которая нам указывает путь домой. Вот как раз таки у нас уже все готово, поэтому мы отсюда уезжаем. Все, ребятоньки, обязательно бегите домой. Ну а я сейчас посмотрю, что же мы вместе с вами можем прокачать. В принципе, оружие пока что прокачать мы не можем, потому что у нас очень мало денежек. Но вот эту штучку первого уровня прокачать можно, но нам, к сожалению, не хватает всего лишь 4 кирпичика. Поэтому, ребятоньки, мы опять-таки идем прямиком на рейд. На сей раз у нас локация выглядит таким образом. Сразу же 2 выживших, ребятоньки, нас здесь встречают. Поэтому давайте мы сейчас вместе с ними обязательно добудем все вот эти кирпичики. Теперь, я думаю, нам точно хватит ресурсов прокачать ту самую штучку и, конечно же, посмотреть, что она нам вообще дает. Ну а пока что мы лутаем, ребятоньки, конечно же, кирпичики еще здесь и отстреливаемся постепенно от зомбиков. Видим то, что, конечно, их сейчас, ребятоньки, очень и очень даже много на нас нападают. Ну ладно, сейчас тогда минусанем еще 2 вот этих ребят. И быстренько, наконец-таки, начнем добывать наш кирпичик. Все, друзья, замечательно, уже 12 штучек только здесь мы залутали. Остается нам, конечно же, еще залутать вот эти различные болтики и опять-таки отбиваться от зомби. Кажется, ребятоньки, они у нас тут спаунятся постепенно. Но хорошо то, что смотрите, сколько тут заложников. У меня уже имеется целая банда выживших, и это на самом деле очень и очень даже хорошо. Потому что мы и отбиваемся, ребятоньки, круто, и, конечно же, очень даже быстро лутаем наши ресурсы. О, ничего себе, я, кстати, заметил еще одного заложника здесь, и теперь нас, ребятоньки, практически 10 человек, и это очень и очень даже много. Сейчас тогда, ребятоньки, обязательно лутаемся, видим то, что, смотрите, у нас еще один даже заложник имеется. Так, а что, у нас ресурсы уже все заполнены? Потому что, смотрите, вроде у нас тут очень и очень даже много вот таких штучек, но, к сожалению, лутать мы их не можем. Видимо, это связано с тем, что на нас нападает очень и очень даже большое количество зомби. Ну ладно, давайте тогда, конечно же, опять-таки уезжаем отсюда, потому что зомби становится очень и очень даже много. И вау, вы посмотрите на это огромнейшее количество наших выживших. Их было аж целых 10 штучек. И что же, давайте мы вместе с вами, друзья, конечно же, прокачаем эту штучку до 2 уровня. И видим то, что в принципе ничего не изменилось, но при этом у нас открылась возможность опять-таки что-нибудь построить. Вот смотрите, только что я потратил все вот эти ресурсы бензина. И теперь у нас имеется вот такой торгаш, с помощью которого мы можем нафармить, ребятники, денежек. Давайте мы ему как раз-таки продадим вот эти болты.
потому что у нас их очень много. Ну и также я бы еще продал бы ему консервные банки. Вот теперь смотрите, ребятки, совсем другое дело. У нас практически 200 монеточек, благодаря которым я смогу прокачать и стрелы, и дамаг нашего арбалета. Вот это совсем другое дело, друзья. Давайте тогда сейчас, конечно же, мы испытаем наше оружие в новом рейде. Так, на новом рейде я вижу то, что нас встречает опять-таки один чувачок только. Давайте сейчас мы быстренько отобьемся от зомби и начнем лутать наши ресурсы. Смотрите, сейчас на нас зомби будет очень-очень даже быстро нападать, поэтому надо, ребятоньки, по фасту залутать еще вот эти штучки, а тут у нас непосредственно консервы лежали. Ну и вот так и все. Давайте тогда, конечно же, отстреливаться от зомби очень-очень быстро и, конечно же, еще захватывать наших вот этих выживших. Кстати, ничего себе, только что, ребятоньки, нашего выжившего очень-очень сильно потрепали зомби, но видим то, что у нас имеется очень хорошая подмога. Давайте тогда сейчас такой большой группой мы вместе с вами, конечно же, будем лутать все вот эти стены, потому что кирпичи очень и очень даже сильно, ребятоньки, нам нужны для постройки различных фигур. Так, тут я вижу то, что мы все залутали. Давайте тогда сейчас спустимся еще немножечко ниже и видим то, что у нас тут бинго, друзья. Сразу же и консервы имеются, и, конечно же, выжившие. Вот это реально очень и очень даже хороший, ребятоньки, бонус. Давайте тогда залутаем до конца эту штучку. Ну и видим то, что у нас остается, ребятоньки, залутать только вот эти кирпичики. Все, замечательно. Погнали, ребятоньки, тогда, конечно же, обратно домой. Потому что зомби становятся все больше и больше, а патроны, ребятоньки, конечно, заканчиваются. Ну и в итоге все. Рейд очень успешно прошел. 27 кирпичиков налутали. Я думаю, это очень хорошо. Ну и, конечно же, 10 выживших сверху. Вот это реально был очень продуктивный рейд. Давайте, ребятоньки, пополняем, конечно же, мой вот этот фургончик. Ну и, в принципе, я бы хотел бы еще прокачать эту штучку до 3 уровня, но, к сожалению, друзья, опять-таки не задача. Нам не хватает 11 вот этих штучек, а именно емкости для бензина. Поэтому я сейчас ничего тратить не буду, пойду сразу же опять-таки на рейд. Ну и что же, ребятоньки, этот рейд у нас будет финальный. Сейчас нам надо его, конечно же, хорошо отыграть и начинать лутать вот эти штучки. Только единственное, что-то как-то мы слишком медленно его лутаем. Я думаю, все-таки нам нужно, опять-таки, набрать нужное количество наших выживших. Вот смотрите, как раз-таки у нас уже имеется 4 штучки. Сейчас тогда будем лутать еще вот эти оставшиеся материалы. И самое главное, друзья, я забыл. Нам надо найти баклажки с бензином, потому что именно их нам не хватает, чтобы прокачать нашу штучку и построить опять-таки что-нибудь новенькое и прикольненькое. Ну и вот, ребятоньки, видим то, что у нас нужно количество наших ресурсов, поэтому давайте мы, конечно же, прокачаем нашу основную базу до 3 уровня, чтобы у нас открылась, ребятоньки, вот такая штучка. Чтобы ее прокачать, нам нужно буквально 100 баксов. Ну давайте мы, наверное, пойдем опять-таки к нашему торгашу, чтобы мы, естественно, что-нибудь продали ему, и у нас было куча денег. Вот, допустим, можно продать опять-таки болты, потому что они еще нам никуда не требуются, но денежек теперь у нас хоть отбавляй. Поэтому, ребятоньки, я вкладываюсь полностью вот в это сооружение, и видим то, что, смотрите, мы тут можем тренировать наших выживших и прокачивать им оружие. Вот это, на самом деле, очень и очень даже полезная станция. Ну что же, друзья, а на этом я заканчиваю прохождение нашей игрушки. Если вам она понравилась и вы хотите продолжение, обязательно напишите об этом в комментарии. Ну и, конечно же, наставьте 3000 лайков, и я сразу же выпущу продолжение. Подписывайтесь на канал, не забывайте подписываться на Рутуб и Дзен. Всем пока-пока!